Классические лыжи – это деревянные лыжи Бескет. Они у нас идут с кантами, вот металлические полосы по краю. Вообще в походах, ну кроме, наверное, совсем походов по равнине, по ровному столу, такой местности, канты везде нужны, потому что они, во-первых, сильно укрепляют лыжу, а во-вторых, позволяют на склонах передвигаться увереннее, врубаться этими кантами в склон при траверсировании. Вот. Ну, а для простых походов подходят, в принципе, ну, практически любые лыжи. Это вот лыжи-турист, лесные. Они без кантов, но достаточной ширины. То есть в лыжном походе нам важнее не подходят беговые лыжи, потому что они узкие. И очень маленькая площадь получается, которая давит на снег. Проваливаемся глубоко. То есть тут идет ширина, но не шире ботинка, потому что тогда при хождении траверсом по склону будет лыжа проворачиваться. Вот. Еще важный элемент – это петля в носке лыжи для буксировки. Это когда из каких-либо обстоятельств, будь то торошение или какой-то крутой склон, или курумник, невозможно идти на лыжах, тогда мы их либо на рюкзак вешаем, либо пристегиваем на веревочке за собой, и они волочатся. Вот. Более современный вариант – это, во-первых, можно взять просто старые горные лыжи с прямой геометрией, прикрутить на них соответствующие крепления и идти, собственно, на них в поход. У них основной недостаток – это присутствие отдачи, проскальзывание назад. Это мешает на склонах при наличии тяжелых волокуш. Это мешает. Это решается либо мазями, либо специальной насечкой на скользящей поверхности. Это, в принципе, решает проблему до определенных углов склона. Еще это решается камусом. Камус – это такая, грубо говоря, наклейка на скользящую поверхность лыж. Вот. Представляет из себя что-то типа шерсти, направленной в одну сторону. Вот. В одну сторону оно скользит, в другую нет. Вот, можно посмотреть, я могу еще дать, если надо. Началось оно типа у северных народов с меха лося, с ноги, по-моему. Вот. И еще в совсем современных вариантах есть такая вещь, как фирновые кошки, которые одеваются прямо на лыжу и, ну, по жесткому фирну позволяют идти там, где уже камус не держит. Ну, основной их недостаток – это вес, цена и то, что они крепятся на специализированные крепления, кроме вот конкретно этой модели, которую можно прикрутить на любую лыжу. Вот. Ну и совсем идеальные лыжи для походов – это лыжи класса бэккантри. Это что-то среднее между беговыми и горными лыжами. Они сильно легче, они мягче. У них всегда присутствует чешуя, насечка и кант металлический по краю. Ну, в общем-то, вот их основные характеристики. Далее переходим к креплениям. Крепление имеет смысл рассматривать в комплексе с ботинками. Как разделить можно на несколько категорий. Все крепления – это беговые, туристические, скитур и горнолыжные. Вот. Горнолыжные и беговые нам не подходят совсем. То есть нам подходят вот эти две категории. Для начальных походов мы обычно используем тросиковые крепления с обычными ботинками, которые туда подходят. Ну, сюда любые практически ботинки, хоть валенок можно воткнуть. Еще универсальные крепления производятся в Финляндии, в Швеции, ну и в Советском Союзе. Вот. Еще существуют усиленные версии беговых креплений. Они, в принципе, по той же технологии сделаны, но они такие более толстые, более кондовые, ну, менее подвержены износу. И хорошо себя показывают крепления типа трепин. Ну, они еще в Советском Союзе вот такие были. Там, когда у ботинка прямоугольный носок такой с несколькими отверстиями, и в креплении ответное отверстие и прижимная пластина. В принципе, довольно удобно, особенно если есть
Единственное, требуют специального ботинка, на который не оденешь бахилу. Вот. Но есть уже компромиссные варианты, в которые бахила интегрирована. И, соответственно, скитурные ботинки. Идея была в том, что горнолыжники, которые не любят кататься вне трасс, которые не любят кататься по трассам, любят кататься вне трасс. Туда надо как-то попасть, это либо нужно идти на снегоступах, либо на своих лыжах. В горнолыжных креплениях идти не получается, поэтому придумали скитурные крепления, изначально вот такие, как вот на той лыже, Зуфар, крайнюю, дай, пожалуйста. Вот. Скитурные крепления на спуске позволяют управлять лыжей, на подъеме позволяют спокойно себе идти. Вот. Основной недостаток – это большой вес и относительно большая цена и необходимость специального ботинка. С другой стороны, в эти крепления можно встегнуть альпинистский пластиковый ботинок двойной, который довольно теплый, укомплектовав его соответствующей гамашей. Вот. Сейчас есть уже более современные версии скитурных креплений, так называемые TLT. Там идея была в том, что платформа ботинка, она сама по себе довольно жесткая, и вот эта плавающая платформа, она не нужна. Там крепится только носок, а пятка крепится только в режиме спуска. Соответственно, если старые скитурные крепления, ну и сейчас они тоже производятся, их можно затянуть сильнее, там до 16 дин, весят килограмма полтора на одну ногу, TLT весит грамм 300-350. И есть еще такой класс креплений, как крепления для телемарка. На самом деле, вот эти крепления 3-пин, они тоже для телемарка, просто чуть попроще. Телемарк – это техника спуска по склону с незакрепленной пяткой. Выглядит довольно красиво, но нужно обучаться. Ходить в них очень удобно. Основной недостаток вот этих всех хороших креплений, позволяющих кататься, это первая цена, второе – необходимость специального ботинка, третье – необходимость владения техникой. Ну, ремонтопригодность, на самом деле, ну, вот Сильверета, она практически не ломается, ну, по крайней мере, не чаще, чем Азимуты. Вот, подробнее на каждых сейчас остановимся. Мягкие ботинки идут с мягкими креплениями, соответственно, это вот несколько лыж тут стоит. Классические, ну, самые доступные крепления Азимут. Вот на этой лыже можно будет потом посмотреть, на зеленой. Продаются в любом Турине. Николаевские крепления, купить их сейчас, наверное, невозможно уже, разве что на Авито где-нибудь вот на этой лыже стоят. Еще есть классные крепления из Екатеринбурга от Славы Бойцова, вот на тех двух лыжах стоят. У них более толстый металл на щечках. У них более толстый тросик. Ну, поломок тросика и лягушки я не видел ни разу. Щечки я пару раз рвал. Еще раз, основное преимущество вот классических вот этих наших тросиковых креплений, что туда можно в любой обуви встегнуться и использовать бахилы с подбахильниками. Об этом чуть позже. То есть не нужно сразу покупать комплекты из креплений и ботинок. Соответственно, еще из мягких, удобных для ходьбы, вот я как говорил, это 3-пин. Далее. Жесткие ботинки, они больше уже оправданы в таких походах, где больше выражена горная часть. Это уже районы типа Хибин, Саян, Урала, где Камчатки, Алтая, где много подъемов, много спуска. На самом деле вот эти вот ботинки, это, по-моему, Фишера, они тоже для 3-пина. Просто они сильно жестче, чем были на предыдущем слайде. Вот эта вот тема нам не сильно подходит, потому что это обычные горнолыжные крепления, в которые вщелкнут адаптер. Адаптер – это пластина, вщелкивающаяся в стандартные крепления, имеющая плавающую платформу, куда вщелкивается обычный горнолыжный ботинок. Это обычно используют начинающие скитуристы, которые пришли из горнолыжки, еще не знают, хотят они скитура или нет, и просто пробуют, это сильно дешевле. Так, далее. По защите ног. То есть, если мы идем в универсальных креплениях,
куда можно воткнуть любой ботинок. Мы берем бахилы, подбахильники. То есть на ботинок одевается подбахильник. Это либо что-то вот такое, но, как правило, это просто кусок флиса, либо сшитый по форме ботинка, либо портянкой на него наматывающийся. И все это вставляется в бахилу. Это позволяет сохранять ботинок в сухости, потому что конденсат, влага, испаряемая ногой, она оседает не на ботинке, а либо на подбахильнике, либо на самой бахиле. Кстати, вот у нас есть бахилы. Кому интересно, можно на бахилу посмотреть. Это самодельное, довольно легко производится в домашних условиях. Вот. Вот эти бахилы, они потеплее. Если мы используем специализированные крепления, требующие своего ботинка, мы бахилы использовать, как правило, не можем. Потому что там нужен либо носок, либо подошва открытая. Тогда мы используем гамаши. Главное подобрать их плотно прилегающими к ботинку, чтобы снег туда не попадал. Вот. Ну и, как правило, в ботинок лучше трекинговые носки, чтобы хорошо облегали ногу, чтобы не натирали мозоли, чтобы хорошо отводили влагу. А на ночь есть такая штука, чуни называется, позволяет, ну, теплые, либо пуховые, либо на синтетике носки, которых можно ходить по палатке, можно спать в спальнике, можно, ненадолго заскочив в бахилы, выскочить на улицу по каким-то делам. Следующим элементом снаряжения специально у нас являются саночки. Саночки – это очень-очень полезная вещь, позволяет не нести весь вес барахла за спиной на плечах своих, а нести его, ну, разделить. То есть часть остается в рюкзаке, а часть перекладывается в волокуши. То есть волокуш может быть несколько типов. Бывает, это сани корытом, либо нарты, сделанные, может быть, самостоятельно, либо волокуши из мягкой тезы. Самый удобный, на мой взгляд, ну и многие туристы, наверное, со мной согласятся, это сани-волокуши. Они примерно равны по ширине лыжне, они неплохо на траверсах держат лыжню. Вот эти вот нарты, они используются в основном кайтовыми лыжными туристами, которые идут под, ну, парусом, грубо говоря, на котором удобнее, чтобы все их снаряжение, вся амуниция была в саночках, соответственно, им нужны большие санки, вот. Ну и более устойчивые, потому что они как зачастую ходят галсами, а эта штука, она бывает вертится. Вот эта штука хорошая, но не самая удобная, потому что она не, ну, очень плохо держит лыжню, портит ее, ну и на самом деле протирается гораздо быстрее пластика. Вот. К саночкам, которые пластиковые, мы как зачастую пришиваем вот такие чехлы, чтобы не класть туда отдельный мешок и привязывать его, а просто нужно, то, что нам нужно убрать, россыпью туда засыпать, затянуть, может, сверху какую-нибудь куртку или пенку привязать. Вот. Этим, собственно, оно крепится к нам. По специальному снаряжению есть у нас вопросы? Там были чудо-носки, они чем-то отличаются? Какие чудо-носки? Трекинговые? Ну, они сделаны из современных ниток, волокон, они быстрее отводят влагу и хорошо облегают ногу, они, как правило, анатомичной такой формы. В принципе, не обязательно покупать сразу все крутое. В первые походы мы ходили в довольно бомжовой снаряде, на самом деле. Вот. Ну, носки должны хорошо сидеть на ноге, без складок и так далее. Вот. Ну, важный аспект, если олдскульный вариант с бахилами, подбахильниками и ботинками, то ботинки должны быть большого размера, больше, чем, да, чтобы могли надеть два носка, там, три носка. Да, это верно. Чем отличается бахил от гамаш? Бахилы закрывают ботинок полностью. Ну, там просто можешь открыть ботинку, которые где-то были? Вот бахилы? Выглядят примерно так же, по-моему. Нет, ты, вот смотри, к бахиле снизу пришита калоша. Калоша тоже часть бахила? Да. Вот к этой бахиле калош не пришита, она полностью из ткани. Можно такую же шить дома, но вот у нас есть умельцы,
можно не утепленную, просто в виде мешка и обмотать веревками сшить. Гамаша нужна, когда у тебя ботинок требует прямого контакта с креплениями. Телемарк ботинок горнолыжный, горный подходит? Нет? Горный? Альпинистский? Нет, не подходит. Подходит к некоторым моделям скитура, это Сильверета, старых моделей 400-500, к 500 и не всегда подходит, иногда надо подрезать задний рант. К маркерам иногда подходит, к некоторым динофитам подходит, но надо мерить. Каждый ботинок с каждым креплением. А? Из моих ближайших знакомых нет. Я вот знаю, с Сережей Романенковым на Камчатку ходил человек на телемарке, отлично прошел. И кто-то из моих, ну, через вот несколько колен знакомых тоже ходит, и отлично. Ну, там просто нужно техникой владеть. А, ну, техника телемарка владеет гораздо меньше народу, чем с техникой классической горной техники параллельных лыж. Вот. Но нужно учитывать, что с большим рюкзаком за спиной эти трюки все довольно непросто выполнять, даже при хорошей технике. Значит, дальше у нас идет личное снаряжение. Это одежда, рюкзак и там еще другие аспекты. Одежда – это классическая многослойная система ходовая. Это термобелье. От бедности можно заменить футболкой какой-то с длинным рукавом. Ну, желательно синтетика, потому что ХБшка, конечно, быстрее намокает и держит в себе влагу, но кому как. На самом деле, я знаю много людей, которые ходят в ХБшке, им так комфортнее. Следующий слой. Ром, от бедности раньше это свитер обрезали, вот детки, да, из которых вырос. Шерстяная майка, да, мы называли. Из шерсти можно. Вот. Даже лучше. Утепляющий слой. Это флиска. Хорошо иметь одну потоньше, одну потолще и в зависимости от погоды менять, либо комбинировать в зависимости от температуры, от нагрузки. И ветрозащитный слой. Это, как правило, либо куртка из... Ну, куртка-ветровка из капрона какого-то, силиконки, которая не продувается, это самое главное. Либо мембранная куртка, но это уже сильно дороже. И в лыжном походе, на самом деле, если климат относительно сухой, не особо оправданно. В каких-то мокрых районах, может быть, но в лыжных походах это меньшая часть, так сказать, районов. А вообще по классике ходят, ну, классическая куртка – это анорак, то есть без полной молнии, которая одевается через голову, с огромным карманом на пузе, куда можно кучу ништяков убрать. Но, в принципе, можно отлично использовать и куртку с полной молнией. Никто вас за это не поругает. По ногам, в принципе, все то же самое. Термобелье, ветрозащита. Хорошо, если штаны высокие, закрывают штаны и поясницу. Единственный момент, что если это полукомбинезон с лямками, в момент, когда вам надо будет его снять, вам придется снять куртку и остаться в одной флисочке. Бывают такие комбинезоны с молнией сзади, позволяющие не снимать лямки при нужде. Бивачный комплект, соответственно, это обязательно теплая куртка, которую вы одеваете всегда, приходя на привал или в лагерь. Лучше синтетика, утеплитель. Если район сухой, то можно, в принципе, пуховую. Очень хорошо иметь штаны теплые, желательно самосбросы. Это те, у которых по боковому шву на обоих штанинах идет разъемная молния, позволяют снять, одеть эти штаны, не снимая лыж, ботинок, кошек. Вот из моего опыта, если эти теплые штаны без этих молний, они так и проездят в рюкзаке. Хотя довольно часто бывает, что вот берутся в качестве ходовых именно штанов, утепленные штаны, типа там сноубордических или что-то такое, и прям в них весь день и ходится на голое тело или на термуху, и народ бывает отлично, довольно комфортно. Еще клевая тема – утепленные шорты. Можно тоже самосбросы. Дело в том, что нижняя часть ноги до колена у вас закрыта
штаны, подбахильник, бахила, она довольно сильно утеплена. А вот утеплить можно, бывает нужно верхнюю часть, и тогда можно использовать шорты, это несколько облегчает вес рюкзака. Ну и по аксессуарам это шапка. Удобная шапка, я люблю, когда у нее такие ушки, они лучше сидят, на глаза не сползают. Если совсем жарко, можно использовать полосочку, которая лоб закрывает и уши. Нужен либо какой-то шарф, либо баф, который можно одеть на шею, можно его поднять, закрыть лицо им, как шапку можно использовать. И варежки, перчатки. Тут вот важный момент. Руки, они замерзают раньше всего вообще, быстрее всего. Поэтому нужно использовать какие-то тонкие внутренние перчатки, в которых вы можете какие-то мелкие операции сделать, там что-то с креплениями, что-то, шоколадку открыть, что-то такое. Поверх них мы одеваем либо верхонки, это тонкие из капрона, ну или вдруг из мембраны перчатки, варежки, которые защищают от ветра. И если совсем холодно, одеваем еще теплые перчатки, но это между верхонками и тонкими. На привале или есть пурга какая-то, вот одеваем их. На биваке мы в них ходим, если холодно. Если не прям солнце жарит и не жара, то, как правило, в эти ходим и все дела делаем в них. Хорошо вообще уметь в них же и крепление щелкивать, и шоколадки открывать, и вообще все. Именно вот это вот, вот эти два момента, это именно варежки, а не перчатки. В варежках теплее, в перчатках руки отмораживаются. У нас в походах были такие случаи, когда человек приезжал вот так и уходил после отпуска на больничный, потому что программист. Вот. А, в принципе, вот это можно либо перчатки, либо варежки. Ну, тут уж кому как удобнее, но мне лично в перчатках просто удобнее. Еще такой, ну, класс, защитное снаряжение, это ветрозащитная маска. Это может быть либо балаклава, либо, опять же, баф, который вы натянете по глаза. Может быть, он из флиса. Может быть, просто маска. Вот как здесь, по-моему, это просто маска. Может быть, из флиса, может быть, отлично из винблока. Может быть, из нескольких слоев, там, самим сшить из капрона, например. То есть, шьется такая маска с ободком под рот, отверстие под глаза. Вот здесь вот она. По-моему, там не видно ни хрена. Вот. И важный момент – очки. Я на Камчатке, мы ходили в марте-апреле, я тогда сжег глаза нахрен. Я не мог вообще открыть их. Благо, это был последний день похода. Вот. Поэтому очки – это очень важно. Солнце светит ярко, от снега отражается еще ярче. Без глаз можно остаться на раз-два. Можно горнолыжные маски использовать, они еще от ветра отлично защищают. Можно обычные очки солнечные использовать, там альпинистские, ну или на крайний случай городские, но лучше, конечно, те, которые закрывают, у которых есть шторки боковые, которые закрывают от засветки. Вот. И хорошо бы иметь, конечно, запасную, там, допустим, комплект очки и запасная маска, или наоборот, им там по ситуации менять их. Где-нибудь за полярным кругом, типа Кольского полуострова, где-нибудь в феврале-январе, может быть, не так обязательно, но все-таки хотя бы прозрачную маску иметь желательно на случай какой-то пурги, сильного ветра в лицо, очень помогает. Ну и классический элемент снаряжения вообще любого туриста, и лыжника, и горника, и водника, и пешика – это рюкзак. Самое главное в рюкзаке – это его спинка. То есть при покупке, если вы не супер умелец и сами не сошьете себе рюкзак. Главное, чтобы его спина вам подходила. То есть нужно мерить с весом, ходить по магазину там 15 минут, 20 минут. Не обращайте внимания на косые взгляды продавцов. То есть нужно прям прочувствовать, сидит он на вас или нет. А вот то, какой он будет в остальном всем, это уже не так важно. Может быть самый простецкий, может быть очень навороченный. Для мужика нормальный объем это, наверное, 100-120 литров. Для девушки 85-100. Это вот комфортный объем, который позволяет не обвешивать весь рюкзак со всех сторон пенками, там, куртками, варежками и так далее, а комфортно укладывать его. Вот. Ну и желательно, конечно, вес.
вес самого рюкзака, чтобы поменьше был. Рюкзак может быть с жесткой спиной или с мягкой. А, на самом деле, новичкам я, наверное, рекомендую все-таки рюкзаки с жесткой спиной, потому что еще нужно научиться его укладывать, он сильно облегчает укладку, жесткая спина. Сам я уже перешел на мягкие, но я уже для себя выстроил какую-то форму, комфортной для меня укладки рюкзака. И еще такой момент. В ПВДшках, как правило, настолько большой рюкзак не нужен, но если вы планируете ходить в большие походы, а покупать два рюкзака у вас сейчас нет возможности, берите сразу большой. В ПВДшке вы его просто утянете, и ничего страшного не случится. А, и еще важный момент в рюкзаке. Нужен хотя бы один внешний карман. Это либо клапан, либо, если его вдруг нету, хотя сейчас на больших рюкзаках на всех есть какой-то вот внешний карман, хотя вот карманы с этой стороны я не люблю, потому что они относят центр тяжести от спины. Да, и все время на него кладешь рюкзак, то есть, если там печеньки какие-то, они не выживут. Вот, а клапан, ну, клапан, мелочевку всякую удобно положить. А, и, естественно, в рюкзаке должен быть поясной ремень, который, собственно, и разгружает, переносит вес рюкзака, в большей части с плеч на бедра. Ну и всякие мелочи личного снаряжения, это, конечно же, коврик. Мы в лыжные походы берем два коврика стандартного размера, толщины там не меньше 0,08 сантиметра, да. Гермик, ну или мешок какой-то под ваши личные вещи. Набор посуды, это миска, кружка, ложка, нож. Ни в коем случае не керамические, конечно, не стеклянные. Если пластик, то очень крепкий пластик. На морозе он колется очень легко. Наверное, не рекомендую термомиски и термокружки. Потому что если в них что-то оставить, за ночь оно замерзнет. И утром вы на печку это не поставите, потому что термокружка... И не растопите. Можно, конечно, там горячим чаем как-то. К пластику относится. Ну, к пластику, да, то же самое относится, но его я не рекомендую, потому что он колется. Нож не надо огромных таких тесаков, свинорезов. Они не нужны в походе. Обычный кухонный нож отлично выполняет все необходимые задачи. Фонарик какой-то, ну, простой фонарик, который долго светит, немного весит. И на каких-то, наверное, стандартных элементах питания, которые довольно легко найти бывает. Ну и хороший элемент – это сидушка. Попу надо держать в тепле. Вот. На этом слайды у меня заканчиваются. Если есть какие-то вопросы, давайте я отвечу на них. Получается, мы берем один большой рюкзак и просто кладем его в санки? Нет, мы делим... Часть снаряжения мы кладем в рюкзак, часть в саночки. Это, ну, на самом деле, удобнее, чем один рюкзак или одни саночки, получается, потому что слишком тяжелые санки тоже мешают. Там на подъемах, например, ты идешь, они тебя вниз тянут, а слишком тяжелый рюкзак просто постоянно давит на плечи. Так, да. А какое соотношение примерно? Ну, тут всем, на самом деле, по-разному. Я вот люблю в саночки убрать... маленькие и тяжелые предметы, там бутылки с крупами, бутылки с сахаром, там топор, может быть, если мне его выдали. В общем, саночки, они по объему небольшие, поэтому туда кладешь что-то тяжелое, а в рюкзак что-то большое и объемное, например, спальники, куртки, там барахло какое-то. То есть, наверное, соотношение там 50 на 50, 60 на 40, где-нибудь вот так. Да, можно так. Так, сейчас. Еще вопрос. Как крепится к рюкзаку? К рюкзаку или к разгрузочному поясу? Вот вопрос. Смотри, мое мнение, что надо, ну, не нужен отдельный пояс. Я креплю веревочку к пояснику рюкзака, а уже к ней креплю карабином саночки. Ну, за их потяг. Можно просто вокруг рюкзака веревочку пропустить под лямками. Так, дальше. Бывает такое. Бывает, это зависит от района похода, от категории похода, от препятствия. Ну, допустим, в походе по Белому морю, по Карелии, такое вряд ли случится, разве что вы в какой-нибудь бурелом впилитесь. А они тяжелые, скажем,
Пустые санки? Да, пустые. Да вот, попробуйте. Ну, наверное, есть, да. Некоторые шьют просто санки из плотной ткани. Ну, я показывал. Да? Да. Так, еще. Старого рекламного баннера. Ну, ТЗАП, да, баннер. Еще вопрос. А эти санки продаются... Якорма. Якорма, Сноуплан. Сноуплан это называется модель этих саночек. Фирма их производящая называется, по-моему, Крис Групп. Они находятся в Якорме, по-моему, все-таки в Морозках они находятся. Да? В Яхраме. Вот. А в Москве их продает Альпиндустрия и магазин... Полтора раза дороже. Да, дороже, конечно, не надо никуда ездить. И магазин Mount True на Полежаевской. Может быть, еще кто-то, я просто это не в курсе. Есть. То есть просто да? Лыжи, где купить свои что? Лыжи платят за остальное. Смотри, есть отличный вариант для первого лыжного похода. Можно купить старые горные лыжи, как я говорил. Это, например, на Авито. Например, в секонд-хенде Канта, который у них на Нагорной. Ну, на самом деле, один мой друг как-то раз пришел туда за старыми лыжами, ему их бесплатно дали. А другой пришел и купил старые хорошие лыжи для походов, отличные лыжи для походов, за 300 рублей, например. Но на Авито 1000 и бойцовские крепления 1,5 рубля. А бойцовские крепления, сразу уточню, надо заказывать из Екатеринбурга. И заранее. И довольно часто он отказывается отправлять одни крепления, одну пару. Более трех пар. А по поводу креплений, у нас в турклубе есть хорошие самодельные щечки, но к ним нету тросиков и лягушек. А можно еще по поводу лыж, кстати говоря? Если есть ресурс, то сейчас спортмастер, например, регулярно продает Fisher's Bound и Matchus, и иногда 50% скидки бывает. Но все равно это около червонца. Ну да, это как бы... Не бюджетный вариант, и в первый поход я не рекомендую, вдруг вам не понравится. Теплых? Смотри, если есть бюджет, то сплав, баск, Red Fox. А если бюджета нет, можно взять обычную городскую теплую куртку. Зимнюю. У кого? Это теплая куртка с капюшоном. Да, да, в теплой куртке обязательно должен быть капюшон. Она утеплена? У ней рукава до ладоней? Да. У ней капюшон есть? Есть. А, все, больше ничего не нужно. Но больше городской она не будет. Да, но, естественно, больше она не будет городской. Она провоняет, прокоптится, порвется, может быть, что-то такое. Куртку можно растирать, если стоять с ними вещами вместе. Где оно не отстирывается после похода. Как солярка на куртке. Даже месяц на морозе. Да. Вот, а вообще, для начала... А, парк, ты имеешь в виду то, что она пуховая, чем плоха? А в сырых районах пух отсыревает, сваливается и больше не греет. Еще она прогорает? Да. И, если она прогорает, внешний слой пух начинает лезть, синтетика не лезет. И просушить пуховую куртку гораздо сложнее, чем синтетическую. А синтетика стоит дешевле или дороже пуховой? Смотря какая пуховка, смотря какая синтетика. В целом, если брать синтетику и пух одного класса, то синтетика будет дешевле. Спичка, наверное. Зависит от района. Школа. Если, например, я поведу поход куда-нибудь на Кольский, в Куземинские пески, то там без печки. А если в тайгу, то с печкой. Вот. Но по поводу печек и палаток это в следующий раз Сережа Романенков расскажет. Ну, тогда на этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Я вот еще добавлю по поводу снаряжения для начальных походов. Не надо заморачиваться басками и т.д. Ну, я говорю, если есть бюджет. Есть магазин спецодежды. Кстати, да. Серьезно. Вот на Соколе в подвале есть спецодежда. Не там, где церковь Пущанная, а напротив. Посмотрите там. Бывают очень и очень хорошие вещи. Да. Кстати, да.